В русском плену. Немец попал в плен, пронес с собой вот такой фотоаппарат. Ух ты, как удалось, да, ему? Да, в гипсе. И пронес 200 пленок. Через своих земляков, которые освобождались, он передавал и печатали. Это в советском плену, ну, да, и да. Это город Казань и город Елабуга. Да. Смотрите, они на марш идут. Да. Военнопленные. Это то есть он как-то движение вот так раз. Да. Вот смотрите, это все вот. Да, удивительно. Вот таким фотоаппаратом. К сожалению, это фотоаппарат германского производства, а он фотографировал, скорее всего, фотоаппаратами производство Латвии, веб-завод выпускал. Вот. И давайте я вам покажу. Это не первая моя любовь. Это моя любовь. Это у нас сам. Да, самовары. Я помогал этому человеку собирать самовары. У нас был музей самоваров в Казани. У вас тоже есть самовары? Я здесь большинство мое. А, даже так, ух ты. Да, и мы съездили к нему, он нас пригласил, сделать мне каталог, мы целый год пилили его, и вот сделали вот такой каталог. Второй каталог у нас будет переработанный. Шикарно. Игорь Рахматасенко, приходите, мы здесь, наверное, будем развиваться сильно. Это пора сбегать. Это нашел, да? Фотоаппарат Вега Киев, вот они одинаковые. Вот. Очень красивые, хорошие. Ну они свободные продажи, это минута. Они в свободной продаже тоже были? Да, это свободные продажи были. Это минута 16, вот этот фотоаппарат. Японский получается. Появился этот фотоаппарат. Вот. Украли. Просто взяли и стырили. Один в один такой. Вот, фотоаппарат наемного убийцы. Я немножко, может быть, неправильно говорю. По документам этот фотоаппарат значится как спортивный для биатлонистов. Он крепился на снайперскую винтовку и во время выстрела производил спуск затвора и отсчет. Работодателя? Да, понял. Вот. Ну, здесь копии документов лежат. Копии документов, ВАЦН. Генрих Августович Герингфлаке. Где у нас Рамиль? У нас Рамиль является председателем? Да. Герингфлаке, пожалуйста, у нас является председателем. Председателем Союза. Я побежал. Я закрою. Занесешь, ладно? Да. Оттуда камеру. Все. Да. Генрих. Генрих Лаки. Председатель. Да. Первый председатель Союза фотографов. Был, да? Да. Это его книга. Книга этого сообщества. А какой год? Заявлен 1907. А, 7-й год. Ох ты, смотри. Номера Франции, вот здесь даже написано, где находятся номера Франции, это рядом с мэрией. Большое спасибо. Приходите, спасибо. Да, мы нет-нет заходим, вот я захожу, нет-нет. Да, мы очень рады. Здравствуйте, граждане.